выделено на борьбу с минирующей молью в городе 1 073 000, там с копейками, я точно не помню. И цены остались на уровне прошлых годов. Оно не повлияло ничего. По городу будет обрабатываться порядка 1102 каштана. Там еще пару кленов, потому что минирующая моль, есть такое свойство, она пересаживается уже и на другие деревья. То есть поражать начинают уже и платаны, она периодически есть, находим экземпляры, садится на клены. То есть она мутирует и приспосабливается. Охвачены практически все районы города. Это Приморский бульвар, это улица Королева, это 411-я батарея, это парк Дендробарк Победы, парк Шевченко. Но мы в городе всего где-то насчитывается порядка 4000 каштанов. Повыбирали такие массовые места, не массовые, а где, ну, общедоступные места, где часто появляются люди, парки, скверы, проездные улицы. И хочу, пользуясь моментом, сказать, что люди обращаются по дворам. КПО «Зелентрест» не обслуживает придомовую территорию, поэтому все, кто к нам обращается, мы эту фирму, в принципе, нанимаем. Все, кто к нам обращается, мы даем телефоны непосредственно исполнителя работ, которые могут выполнить работы. Но это услуга платная.